Как дела, джентльмены? Неделю марафона мы с вами прошли. И напишите в комментариях, кто сколько дней из 7 уже выложенных на канале сделал. Сегодня уже 8-й день, и ставки мы повышаем. Если мы первые 7 дней работали, держа гирю двумя руками, то сегодня уже будут одноручные подъемы. Мы будем делать с вами рывок, опускать на плечо, присед, и потом сброс и повтор цикла. 10 на правую, 10 на левую, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2. Но перед тем, как начать, хочу дать ответ на негативные комментарии, которые касаются интенсивности тренинга. Начнем с того, что я всегда говорю: первое, разминайтесь тщательно. Второе, подбирайте вес. Сегодня я буду работать с 24-кой. Масштабируйте, вплоть до 8 кг опускайте вес. А интенсивность также для себя определяйте и по пульсу, и по самочувствию. Старайтесь делать так, чтобы эту тренировку вы спокойно могли переварить. Не нужно убиваться полностью. Помним, что данные тренировки – это просто добавка к вашим дням отдыха или к вашим тренировкам в конце тренировочки. То есть сил должно хватать на вашу повседневную деятельность. Это первое, что я хотел сказать. Разминайтесь, масштабируйте, отдыхайте. Второе, ребята, я делаю то же самое, делаю это каждый день. Если бы это было вредно, наверняка бы я этого не делал. А так как у меня есть возможность показать достаточно в интенсивной манере выполнение комплексов, я этим и пользуюсь. Но согласитесь, не было бы интересно, если бы я стоял по минуте, отдыхал между каждым упражнением, растягивал это все, умирал у вас на глазах. Это бы было никому не интересно. Так, у меня есть возможность, дыхалка, интенсивно поработать. Я это, собственно говоря, и делаю. У вас всегда есть возможность просмотреть рекламу до конца или поставить на паузу. И еще один момент по поводу того, что это все для заработка денег. Ребята, хотите — донатьте, хотите — нет. Это ваше право. Ссылочка, как всегда, в закрепленном комментарии и в описании. То же самое касается программ тренировок и книг. В общем, от слов к делу. Погнали комплекс. Сань, включишь музыку?